Что ж, друзья, совсем мало остается на московском узле электропоездов модели Т2М. Практически все они отправились в Питер. Наверняка оставшиеся, которые сейчас курсируют по маршруту Москва-Тверь, тоже скоро заменят на «Ласточки». Ну вот, вот этим мартовским вечером я совершенно случайно попал на торжок, который как раз следует по маршруту Тверь-Москва. Мы сейчас отправились у платформы Поваровка в сторону Москвы. Ну, давайте проедемся на этих составах, пока они еще работают у нас. Ну, совсем скоро ближайшим пунктом дислокации торжков будет именно Санкт-Петербург. Населенность электрички. Друзья, не поверите, навстречу как раз сейчас проехал другой торжок, это Т2М. Следовал он, как ни странно, сейчас сообщением Москва-Конаково. Это единственный рейс до Конаково, который сейчас обслуживается торжками. Все остальные переведены на «Ласточки» категории «Комфорт». Конечно же, салоны здесь далеко не оригинальные. Уже несколько лет назад здесь проводился капитальный ремонт с обновлением пассажирских салонов. Оригинальные салоны машины Т2М можно встретить еще в составах, которые курсируют в Балаговском графике на участке Тверь-Балагоя. Ну а так, конечно же, основная их масса работает в Питере. Едет сейчас «Ласточка», которую будет пропускать прошедший только что состав Т2М. Форма Алабушева. Здесь проходит граница Зеленоградского округа Москвы и Солнечногорского округа Московской области.